Так, харьковчане, хорошая новость. Посчитала The Guardian. И, в общем-то, как я 28 мая, да, на Ютубе там. У меня видео называется «Первая столица Украины Харьков». Версус. Ну, в общем, не важно. Я говорил о том, что F-16, когда нам дадут, они в первую очередь будут работать даже не по линии фронта, а именно по защите Харькова. И вот сейчас The Guardian пишет, что по многочисленным, ну так сформулировано, по многочисленным украинским источникам, те F-16, которые зайдут в Украину этим летом, будут работать именно по защите второго города в Украине, как это сформулировано в этой статье. Мы-то харьковчане понимаем, что Харьков первый город в Украине. Ну, в общем, я рад, что я в очередной раз оказался прав, когда говорил, что в первую очередь будут не фронт обрабатывать, а в первую очередь будут те гребаные кабы, носители этих кабов выносить на территории России именно воздух-воздух F-16. В общем, ладушки, хорошая новость. Поспешил поделиться, извиняюсь, что на ходу.